Здравствуйте, с вами «Русский охотничий журнал». Здравствуйте, с вами «Русский охотничий журнал». Я его главный редактор Михаил Кречмар. И мы в компании «Союз ТМ», где я уже один раз был. И честно скажу, что я сейчас приехал за винтовкой. И как это происходит, я сейчас вам поясню на практике. На самом деле на меня произвело очень большое впечатление стрельба в прошлый раз из ваших винтовок. Я продолжаю считать, что патрон 308 является оптимальным, вернее не оптимальным, а средневзвешенным для всех охот в России. Его хватает на все, от стрельбы лисицы до стрельбы крупных животных, включая северо-восточных медведей и лосей. Михаил Арсеньевич, вот мы по вашей просьбе изготовили вам карабин. Длина ствола 18, невзрачного темно-серого цвета, как вы просили. Ну, это вот. Правильно, мы стараемся не выделяться. Да. Спасибо большое. Охотитесь на здоровье, ждем от вас отзывов. Это вы уже сняли с затворной задержки. Черт возьми, как вы его тогда купили удачно, я так понял. Вот. Искали прицел, подработал вот для таких историй. Молодая американо-китайская фирма. Да я сразу обратил внимание, вот. Думаю, а почему я не знаю? Первый вопрос, который я себе задаю, почему я не знаю про нее, блин. Полез искать. И, кстати, между прочим, нашел тут же двух пользователей у нас в стране. Сейчас осуществим пристрелку на 100 метров, затем будем проверять техническую кучность данной новой винтовки. Все, можно к мишеням. Будем считать, что патрон дослан. Какой кружок стреляете? Центр. Центральный. Черт, ну вот дай бог мне так на охоте стрелять. Как вам, Михаил Васильевич? Я не считаю себя очень хорошим стрелком. Я таких результатов добиваюсь на моем 66-м маузере, который стреляет мной самим снаряженными патронами и который болт. А это не болт. И чтобы так стрелял полуавтомат, я, признаться, не знаю. И обратите внимание, мишень говорит за себя. Да. Я предлагаю еще на 300 сделать серию сейчас. Вот, сейчас выясним поправку на 300, потому что мы не стреляли из этой винтовки этим патроном. Производитель, баллистический коэффициент на сайте не опубликовал, на коробке его тоже нет, поэтому нам придется его сейчас экспериментальным путем вычислить, но это несколько, 5-7 минут займет времени.
и можно будет сделать зачетную серию на 300. Ну, давайте, да. Но вообще, на самом деле, 9 выстрелов. Вот сейчас пишите 9 выстрелов. 9? 9. Ну, блин. В рожке-то один патрон. Пойдемте сходим. Пошли, да, да, пошли сходим. Так. Ну, могу сказать, что даже с отрывом вы уложились в минуту. Минуту? Даже с отрывом. Вот. Если мы не берем отрыв, то у нас по центрам отверстий ровно, ну, 19 миллиметров. То есть это техническая кучность 0,0, чуть меньше, чем 0,75 МОА. Мы обязательно сделаем на программке сейчас Ballistic X, сфотографируем и точную кучность. Это очень точная винтовка. Смотрите, на самом деле стрелять из кучной винтовки — это хорошо. Это, естественно, банальность. Как я говорю, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но при этом, при всем, очень многие ребята, которые наши российские сегодня стреляют из винтовок с посредственной кучностью, они не понимают, насколько хорошо они стреляют. Я сам этого не понимал, когда я стрелял из трехлинейного карабина и из калашоидов. В тот момент, когда у меня в руках оказался Браунинг, у меня просто появились совершенно другие результаты. Я сейчас сам немножко удивлен своим результатом. Обратите внимание. 168, наверное, вот это. Зарядить патрон, да? Такой скорости у них отродясь не было. А мы просто не знаем, из чего они меряют. Да, из баллистического ствола длиной 800, полтора метра. Да, 800 миллиметров, я подозреваю. 309 у нас дистанция. 2,8 и влево 0,6. Ветер у нас сегодня 0. Влево L0,1. Так, пробуем пристрелку на 2,7. Ну что же, 300 метров. 300 метров, в принципе, вполне нормальная охотничья дистанция. Ее в Европейской России стреляют достаточно редко, просто потому что не нужно. Вообще, наиболее распространенный выстрел в европейской части России — это метров 200. Но лично я считаю, что на 300 уметь стрелять надо. Что-то у меня внутренний голос говорит, что лось бы не ушел. Ну что, сходим посмотрим. Давайте. Группа 9 выстрелов. По максимальный разлет по 9 выстрелам 14 сантиметров. Это примерно 1,3-1,4 МОА. Сейчас точно посчитаем. На расстояние 309 метров. Ну, могло быть лучше, но я всегда говорю, что я не являюсь матчевым стрелком. С моей точки зрения, это результат для самозарядной винтовки, стреляющей валовым патроном, барнаулом, замечу я. Ну, в общем, хорош. Ну, вы можете меня опровергнуть. Сказать честно, что если бы мне кто-нибудь сказал день назад, что это моя мишень, я бы не поверил. И тем более я бы не поверил, что эта мишень сделана с самозарядного оружия. Вот патрон 308. Но вы все видели, как все это было достигнуто. А теперь эта винтовка моя, и я буду из нее стрелять на охоте.